Что тебе подруги сказали? Если человек в маске к тебе приедет в следующий раз, какой он тебе сюрприз может сделать? Это уже очередная встреча таинственного благотворителя из Уральска с семьей, в которой мать-одиночка воспитывает троих детей, двое из которых инвалиды с рождения. Девочке требуется дорогостоящая операция. Она не может самостоятельно дышать без специального аппарата. Регулярно семья вынуждена приезжать в Астану из другого города, где живут во Времянке. Человек в маске решил лично приехать к ним. И сейчас самое главное – аппарат купить. Да, чтобы она дышала, чтобы она могла перенести дорогу, чтобы она могла спокойно хотя бы передвигаться. Она задыхается у меня. Она устает. Она 5-6 шагов делает, она садится уже сама, не могу. Я просто молю Всевышнего о здоровье своих детей. Об облегчении. Я хочу, чтобы мои дети тоже, как и все, развивались. Тоже прыгали на батутах. Вы даже не представляете, как я мечтаю, чтобы мой сын сказал мне слово «мама». Сестра, мы на самом деле приехали не для того, чтобы открыть забор, а наоборот. С именем Аллаха мы закроем ваш забор. Незнакомый благотворитель вытащил из рюкзака пакет с нужной суммой и передал женщине, которая не могла поверить в происходящее. Она долго плакала. И даже потом не могла поверить, что человек в маске подарит им еще возможность поехать в Мекку. Но на этом сюрпризы не закончились. Человек в маске вновь пришел в гости. Только Аллах был в курсе. И он знает все ваши слезы, терпение, мечты. И слышит все ваши молитвы. Сегодня он также исполнил вашу самую большую мечту. Девочка плачет от счастья, ведь незнакомец осуществил их давнюю мечту о новой квартире. Мама тоже не может сдержать слез. О таком она даже подумать не могла. Теперь они смогут жить в просторной квартире со всеми удобствами в Астане. Мы уже рассказывали про этого 26-летнего благотворителя из Казахстана. Он помогает людям, при этом всегда скрывая свое лицо. Человек в маске призывает других присоединиться и делать добро нуждающимся. Стоит отметить, такие примеры не единичные. Ранее мы рассказывали про Гейса, человека в капюшоне и с рюкзаком за плечами. Гейс – главный герой передачи «Кальби Итмаан», который выходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Он ездил по разным странам и помогал нуждающимся. Его девиз – «Люди для людей». Помогать всегда просто.